Вот такой прекрасный дождливый день. Может, вы слышите шум? Дождик частый, но не плотный. Вот. И под деревьями вполне можно гулять. Что мы и делаем. Ну, то есть наша кучка разделилась. Каждый пошел своим маршрутом. А я, не знаю маршрута, пошла наобум. Вот. Ну вот, все, и затихает. Вот такой дождик, он 5 минут идет, 10 минут ждет. 5 минут идет, 10 минут ждет. И можно короткими перебежками пройти по этой изумительной аллее. Вот я иду сейчас медленно, потому что я уже маршрут проскочила. Вот. Иду специально, чтобы вам снять. Может быть, сейчас к пруду подойду. Посмотрим. Давайте подойду к прудику. Вот. Вот такие небеса. Прудику. Ну, опять припустил. Вот непонятно, почему с паузами. На небе вроде бы сплошная пелена, но какие-то вот проплешины позволяют передохнуть. О, по-моему, даже где-то солнышко начинает проглядывать. Господи, какая благодать! Очень жаль, что кое-кто из скандинавов решил уйти домой. Ну, правда, там сейчас в нашем павильончике ломают лестницу, делают ремонт. Сказали, ко вторнику все будет в порядке. Так что во вторник приходите, несмотря на непогоду. А потом какая-то непогода. У нас, смотрите, как все замечательно устроено. В рабочие дни идет дождичек. А в выходные... Идите на пляж, играйте в волейбол, поезжайте на дачу, собирайте урожай. Все для вас. Солнышко и тепло. Это наша вот маленькая группа. Куда-то она делась. Я от них оторвалась, потому что я считаю, скандинавская ходьба все-таки подразумевает более-менее энергичную ходьбу. А прогулочный шаг совсем не нуждается в палках. Вот, поэтому я слегка оторвалась от нашей маленькой группы. Вот, идем к пруду. Я намокшая слегка. Ну, как видите, детская площадка и все. Свободны. Детки сидят по домам или гуляют с мамочками возле домов в плащиках и зонтиками. Дошла? Вот. Ну, я дошла до воды. Хорошо. Посмотрим здесь на уточек. Вот, всюду тишина. Тот, кто любит уединение, вполне хорошо сегодня прогуляется. Лес приятно шумит, довольный. Дождичек, конечно. Так, что у нас там, что-нибудь плавает? А, тут такая благоустроенная набережная. Надо пройти, посмотреть. Не была. Для купальщиков. Опля. Вот как тут все. И лавочки. А деревья действуют как навес. Так, а тут еще куда-то подъем. А подъем куда? Ух, как интересно. Надо пройти, посмотреть. На воде ничего и никого нет. Вот крякает где-то там вдали. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вдали крякает, но на воде... Есть несколько уточек, но они не активны.
Так, ладно, пойдем разведывать, куда подъем. Подъем — это просто выход от берега. Выход очень комфортный. Видите, как приятно. Как все это мило. Видна забота о людях. Это очень приятно. Вон лежачки какие. А, это за волейбольной площадкой. Вот это где. Вот. Хорошо. При желании можно здесь пересидеть дождь, если уж он очень сильный пойдет. Деревья совсем неплохо спасают. Слышите? Слышно, да? О, я выхожу на свободу, и дождик, увидев это, припустил. И стих, увидев, что результата не добился, я никуда не убегаю. Так, вернулись к знаку «Теплый стан». Ну, на сегодня, я думаю, хватит. Все места вам знакомые, надеюсь, любимые. Вот мы с другой стороны на детскую площадку вышли. Ой, это я такая намокшая. Ну, я капюшон почти не одевала. Ну, хорошо, высохнет быстро. Вот наши. Вот. Ну что, победили, победили. Победили. Вон наши девушки. Солнце появилось. Мостик, который я хотела, я нашла. И даже нашла уточек. Вот он. А вот и солнышко, наконец-то. Это я уже чаек попила. Выхожу отсюда. Вот это я после дождя высохла.